этом сезоне в Калуге открыта школа фигурного катания. Желающих заниматься много, в их распоряжении специальный каток. Здесь учатся самые маленькие. Руководит занятиями тренер Николай Тимиркин. Первые шаги учебы всегда трудны. Чтобы достичь мастерства в фигурном катании, ему надо посвятить не один год. С увлечением занимаются Саша Щелоков и Галя Кондратьева. Люба Мельникова и Саша Кучурин из средней группы готовятся к сдаче норм на спортивный разряд. Четвертый год занимается фигурным катанием девятилетняя Ира Татаринцева.